попробую. Ну, вряд ли. А там почему придется... она сейчас в рейд повернулась? Потому что на танке была метка. Да. Я не знаю, какого хуя она там была, блядь. Походу смена была хуёва. Нет, бывает. Это того, что, из-за того, что сдохли два человека. Глыбу плохо разлили. Этот разбили на, блядь, последней этой хуйне. Почему вы, блядь, одного раза вообще нахуй не разбиваете, а другого раза вообще не следите с ДПСом? Что привело тебя сюда? Проще скажем. Не почему, а ребята. Метки должны разбиваться, 5 меток, равномерно, до 30% хп без дот. Когда синдрап приземляется, написано, ну, четвертая бомба упала, фулл ДД по меткам дается. Они разбиваются, и начинается биться босс. Так, ой, ты где там? Давай, подбегаем. Давайте, я не хочу здесь сидеть слишком долго, блядь, собрались, нахуй, пошли, сделали квест человеку, блядь. Пошли, убили лича, все. Не надо, нахуй, лишних выпусков. Есть Дживс, Дживс слева. Чинились кому надо. Знаков там накупили, если надо. Дживс. Стул стоит слева. Так, чек на готовность. Давайте, долго очень сидим. Лимон, Винар, Драгм. Так, все готовы. Спускаемся, чек на пол. Спускаемся. Идем в штруделе. Притяжка. Отбегаем. Дал мастер ор. Воздушная фаза. Царь обезьян, турбой с мумблия, мульти наверслип. Вышли. По центру. Равномерно, мерки. Слева далеко. По правой стоп. По правой дальний стоп. Слева. Левую подбиваем. Слева. Разбили. Разбили. Притяжка. Убежали. Ну или должен. Вторая изготовка. Готовимся. Обезьян, турбойск, мезрук, мастерал, в шредер.
по центру. Справа, далеко. Слева близко. По центру. Разбили глаза. Отбежали. Да, у мастера. Аккуратнее, ребят. Шейпер лагает, если не лагает шейпер. Блять, мумбли, я сдох, ну ёб твою мать. Чё, отстаков, ну? Да. Бежали. Будем так стараться убить. Царь обезьян, Войд, Шарпи, он Займон, Геал. Вышли, вышли, вышли. Слева далеко. По центру. Слева. Далеко. Правые подбивайте дальнюю. По центру. Убили голову. Быстрее. Долго с глыбами, блять. Делимся. Лову последние, мне начинаю бить. Вторая фаза. Дикость налево. Если хотите убить, за каждые глыбы скидывайте стаки или срезы. Все. АДД по боссу. Наличники глыбы. Хожу налево. Дай по мне фридом, по вару, мастер. Шреддер на центр. С центра отошли, поджались. Отошли, отошли, отошли. Мульти на хп. Блять, плохо. Как достал он? Кто там подбежал, убегаем. Анкил налево. Милишники по глыбам, работаем. РДД по боссу. Мурбеттер на ману. Шарпи на центр. С центра ушли все. Погоди, играем. Мурбеттер на хп. Блять, Шарпи налево. Мульти на ман. Протяжка на центр. Центр отошли. Шарпи ступ на хп. Отбежали. Прожимку. Прожимку давай. Шарпи ступ. На мне глыбы не будет. Хиль в облик. 5 лямов, не знаю. Будем нет. Пробовать.
Точку добиваем, пробуем добить. Минус баба у нас. Дагдымыч. А, отойди налево. Угу. Нет, нет, это из-за того, что мы блиф умер, все по пизде пошло. Очень тяжело. Морозь всех. И вам могу дать. Могли бы убить. Нет, не убили бы. Мублиф, ты тут? Да. Мублиф, он читает. Я знаю. Таинственная магия. Там, где циферка категории, пожалуйста, обрати свой взор. Не забывай про это. Из-за этого сейчас мы вайпнулись. Ты подвел. Я просто стаки не уследил. Смотри внимательнее за стаками. По пизде еще все пошло из-за того, что, блядь, притяжка пошла по этой хуйне. Ну. Да, раньше времени того, как упала, блядь, губа. Не, но с этим-то мы почти справились, конечно. Ну, блядь, хилы тоже пойдите за этим. Меня достанете. Ребят, а есть у кого-нибудь голды 20 на починку? Обмен медвей, кинь. Сейчас. Я бы, конечно, пизданул, блядь, чтобы драгни и 6-го спекнулся, чтобы еще более комфортно убить. ДПС. Нет, это не надо, ДПС. ДПС, он апает, а пидашил. Ну смотрите, эрдру упадет, все опять по пизде пойдет. Не, не должно. Эрдру там много не делает. Сколько он дает процент на прохил плюс апдот полный? Дру умер. Подожди, блядь, сколько до пересыщи осталось? Ну, где-то минуты две, нахуй, походу. Ну, две минуты, смотри, да? Я вот надамажил 3 ляма, и плюс еще дал ДПС, короче, этим, блядь, магам там, блядь, нет, всяким РДДшникам. Все нормально, вот. Смысла нет у меня, хорошо. Ну главное, это чтобы никто не упал, друид сейчас так же. Оставалось бы, блядь, хотя бы коли паладин с шейпером, тогда бы еще справились. А видишь, упала. А бабл ты упал из-за стаков, да? Упали все почти. Ну в теории, если бы мы дали Геру, мы бы, блядь, донесли. Геру дали в начале, алё. Геру давали. Какую Геру? Геру вообще не давали. Давали Геру на второй. Геру дали. А, да, ну ладно. И давайте без команды Геру давать не будем. Какая команда нужна, чтобы Геру дать? После второй глыбы Геру дается всегда. Так можно объявлять. Они не дают так. Захиливайте рейд, захиливайте рейд. Захиливаем рейд, спускаемся вниз. Захиливайте. Я буду ловить четвертый дыхание на 4.40, да, короче. Даже на 5.40. Ты на второй фазе его можешь ловить. Сука, я опять шмотку не поменял. Ёбаный в рот, блядь. Да хрен с ним. Да я хотел по ДПСить, нахуй, еще не из-за этого. Просто быстрее словлю, больше дамага будет. Рейден. Лимон, 100 ГП ты словил за первого этого, блядь, Лужина. Не выпитый. Нормально, блядь. Отлично. Отбежали. Где? 5 таймеров. Дагдемич, медведь, зеленый бабл, тайный маг, драгма. Чё вы там бегаете, бабл, блядь? Ох, ебать. Не раз. Сори, никто налево не прошел, пришлось выйти. Два команды, ты там за глубой не прячетесь. Правые дальние бьём. Который посередине след. Смотрите, не разбейте, 30% без дот. Ребят, блядь. Справа и дальние 50% там. Центральные оставили в покое. Разбили все. Убили глупо. Оперативник. Быстрее разбиваем. Отлично. Первое дыхание ловлю. Угу. 12к, нахуй, блин. Второе.
Отбежали. Даю. Беги, сука, беги, блядь. Мубли, Невер, Шерпи, Стук. Все, освобожден. Не прослакайте только, ребят, давайте. Сосредоточились. Воздушная фаза. 64%, да? Еще одна звука будет. Мастерал, Шарпи, Мульти, Анкил, Шреддер, вышли. Справа близко. По центру. Глыбы подбиваем, не забываем, ёпта мать. Слева. Я еще пушку ничего не поменял. Справа далеко. Разбили глыбы. Ловлю третью. Бэрить. Царь обезьян. Бэйр. Воздушная фаза сейчас. Пробафали приста. Пробафали приста. Пирогога, хожу налево к Назурук, зеленый бабл, тайный маг. Вышли. Делитесь местами, алло. Слева далеко. По центру, чуть правее. По правой дальней активнее играем. Справа. По центру. Левую стоп, левую стоп, центральную левую. Разбили. Разбили глыбу. Анкило прохил. Так, ловлю последний дыхание. Драгма также делай с Герой. Вторая фаза. Ну, уже давно. Зеленый бабл налево. Разбили быстро. РДД по боссу. РДД по боссу. Не должно быть дотов на глыбе. Вместо ДБ-то на центр. Центр отошли. В центр все ушли. Турбой. Мульти на ХП. После не разбиваем, не разбиваем. Разбили. Геру. Геру. Я опять ставку у нас. Мульти налево. Мрбеттер на ману. Разбили голову, мили. Мурбеттер на ХП. Стаками следим, мили. Центр ушли. Выхожу налево на центр. Шарпиступ на ХП. Драгма есть стать, нет? Нет. Хреново. А, нормально, бьем. Манзай налево. Убеги от меня. Кто там бегает? Это я.
Дикость на центр. В центр отошли. Царь обезьянных. Ух, ебать. Бегите, бегите, бегите. Прожимку, прожимку. На ХП. Царь обезьян. Охуенно. Ставь, ставь держи, босса обратно. Держи там. Нормально. Шейдер налево. Все, 4 ляма, нормально. Не падай. Не падаем, добивайте босса. Метки в сторону добивай. Да, да. Босса в сторону. Так, я в хвост убегу. Иди, иди. Угу. Давай, 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 давай. ДПСим босс. Мастера прохиливаем, только не забываем. Танк. Не вижу. Если что, метки. На кого вешаться. Убежал. Иди, поскидывай где-нибудь. Лям добиваем. Бой, на кем метка была? Блять. Как хорошо, что меня с метки выпилил. Дру, спокойствие нажми. Напитец. Не нажимай, упал. Ушел, ушел, ушел. Сейчас западет. Бабл нажимай. Прохил меня. Лимон. Мастера, прохильте. Сейчас умрет она. Хорош. Иди сдавай. Великая победа Орды. Я же говорил, просто так кидай. Точно. Мастера сдали. Великая, блядь. Ты его убил, да? Драконов скорее, да, там, блядь, на третьем левеле, на. Объясните мне сейчас вот тупенькому, почему нас даже тех, кто стоял за глыбы, притянуло? Потому что сервер охуенный. Хуёво. Потому что сервер... Притянуло. А вы заметили одну хуйню? Притянуло до глыбы. Ванзай, резните, Синдрагоса стояла глыба, и она даже не дёргалась, нахуй. Так, Мумбля, Ванзай, я, чё, я снижу? Напала, да? Не достаю, да. Да, ты напала. Чё, я, значит, ханта в далпорту. Я тебе больше скажу, мастер, я стоял под ней, а глыба типа стоит там позади меня, получается. Ванзай, может? Типа я ушел тесно вперед от глыб. А, чё? Ну это пиздец, какая хуйня, этот сервер. Это квест, такая да, сервер. Да, квест сдадите потом. Квест не здесь сдается, квест сдается в драконе по гости. Так квест не засчитал уже. Засчитала лутоните, блять. Лутоните босса надо. Ёбаная жизнь, блядь. Спасибо. Ты уже портанулся? Да. Да быстро в покое Синдрагоса и туда. Не надо никуда, после рейда сдадите нас. Не-не, он итем не взял. Если не тпшился, то тпшься, да. Забирай квесты там оперативнее и давайте на лича. Маг уходит. И вот этот новенький в гильдии по... на что-то на пленник. Я ему дам ЕП, и он... Да, хорошо. Без проблем. Скажи, сколько ЕП там дать, я не помню. 3000, да? Без, без лича, погоди, сейчас тебе скажу. Ебать вы меня душите, нахуй, я спать где хочу, а тут лич. Тактика такая же, как обычно. А вы в плащ становитесь или по кругу расходитесь? На второй фазе. В смысле? Кому кругу, да? Не, мы под босс. А, ну все, не просто тащил. Просто там по-разному. Перед осквернением разбегаемся в сторону трона и портала. Желательно. Дальше поставить лимон. Подвальки и непрерываем осквернение. Маска на ХП есть у кого? Есть. Вот так вот. Да, можно фосфризить сгизить, нахуй. Да не, оставь. Понадобится. Ну, соответственно, не в ущерб твоим сетам. У тебя привязан гурский? Да. Я не знаю, мне кажется, надо... Да, я там так кликнул. Мне кажется, надо бы хантам, потому что кого ты, ну, доберешь вместо мага? Сейчас хотя посмотрим. Я не знаю, хватит ДПС или нет, я не помню. Как. Да, ДПС тут хватит. А, Джерада есть, он на замене был. Джерада бери. Да? Ну, можно. Чего? Да, я тут есть. Джерада здесь? Ну, я в ботанике, сейчас задумаем, пытаемся последнего босса зафигарить. Ну... Давай, Ливайна. Ливайна. Не убьете вы. Сейчас задолбаем, потом убиваем будем.
У вас сколько там хп или чё? Или вы только начали? Ну, надо... Это, надо лича бить. Надо лича бить. Вы ботаники, может, потом... Да, вы ботаники, не убьёте. Ну, трай без них по-любому, потому что еще бежать сюда надо. Я пока в гильдию ору. Я за щелад нахожу? Тактику рассказывать будешь? Зачем? Кто-то тактику не знает. Я походу этот нахуй квест создал, блять, от следующего квеста, сука, на осколки не взял, нормально, блять. Да, все равно что-то. А сколько осколков стоит? Сейчас посмотрю. 43. Нормально. Должен забрать. Если сейчас еще осколок упадет, то 100% должен скайму забрать. Не факт. Но максимум еще одно КД сходит и все. Ботанику убили в одного танка 4 ДД? Убили? Нет, с хилом. 3 ДД, танк, хил. Убили? Да, все, замочили. Вливай. Бурстили или что? Ну, у нас шаман был. Давай. Это понятно. Плюс пати 260 плюс. Все, потом про ботанику, у нас личное. Далее. Так, у кого из престов есть что-то там, какого? Или у Джерады? У царя. Нет, есть. Джерада, обезьян. Царь обезьян, давай в ШП. Так, Джерада, давай быстрее подлетай. Соответственно, пока... Шарпистоп, у тебя ДЦ, да? Еще есть. А, я в хиле, да, буду? Окей, сейчас так. Слышишь, Шарпистоп? Блин, надо тут ДЦ получше Христа будет. А у царя обезьян чё? ДЦ? У него ДЦ. А у Шарпи Ступа есть же этот... В смысле? У меня холик был. А. У царя обезьян только холик, и у Шарпи Ступа тоже только холик. Ну, значит, будет так хилить. Чё поделать, блядь? У нас так-то один паладин 260, мумбля почти 260, 260 и друид, 260 шаман. Да, блядь, у нас хилы так-то приодетые нормально, нахуй. Должны захилить. Что, сколько? 6? Почему 6? Смотри, без хилы. Дистелли... А, лимон. Нормально. Сука, то паладинов мало, то, блядь, дохуя. 6 паладинов. Да, блядь, это мне на ретрика надо, сука, этот... Личана. Так, ну я в ДД спекнулся, правильно? Да, царь обезьян спекается в ДД, все надо. Походу в воскресенье я поставлю вторую СЛК нахуй на осколки себе, блядь. Смотри сам. Погнали в десятку после этого ужаса. После, не, после наработанного. Не, десятку я сорян, нихуя. А насчет СЛК 25-ки, ну можно, я престол могу сгонять. Я совой. Я рога, да, или паланка. Надо будет заломан, блядь. Нужен будет заломан. На так идти, чтобы, блядь, не ущерб рейда, соответственно. Так. Понедельник хм. Все-таки войд раньше собрал, блядь, чаем, чем тринки, нахуй. Ну ничего, значит, соберет тринки. Потом. Проблем. А чё ждём, блядь? Ждём одного хила Джураду. Сейчас он уже добегает. Мне вот только одно интересно. Как ДХ будут носить, а эту, скорбь?
Никак, ну, потому что они еще не скоро будут, так что не об этом ты думаешь. Ну, возможно, они тут вообще будут другими, будут вообще в латах ходить, ха, бля. Нет, они будут в кожу, но их, возможно, вообще ну, никогда не будет. Это так, затравка для дурачков. У них свое, у них свое оружие должно быть. Ну, возможно, они будут носить вот эти вот... Не то вы думаете, нахуй. Вы думаете, как убить только Джайну, Лича, Синдру и Профа в Кэмина. Ребят, так, стопнули флот. Джайна, кстати, несложно, я смотрел. Джорадо, спекайся, рыба поставлена. Дальше. Соответственно, про ДХ я вам скажу одно. Если у них будет возможность прописать его проще, то они пропишут. Пока что у них нет этой возможности. Соответственно, его еще нет. Они 4 года назад его обещали еще. Нифига. Ну, ребят, видишь? Я тупо наржать, потому что я увидел на твоей ручке охотник на демона. Это затравка, она и 4 года назад была на двуручке. Фласочка, можно? Не-не-не, вот я же хотел спросить сейчас. Войт, оставь на себя звезду. Где его и так надо? Вот теперь у меня своя рыба вообще-то. Она тратится у меня. 58 минут осталось. Ну ничего, потратится. Нафармишь голды. Взять тебя дай обмен. Да. Чем тебе еда на мастерство? Чтобы было. Все, взял, чек на готовность. Если не Глора, то еда на мастерстве. А Глору, значит, не ходит. Все готовы, заводи. У меня будет не до кап нет. Заводи, Войт. Ой, бля, секунда, рыба, все. Да рыбу там еще можешь отожрать, но. А, я забыл, что там бойни. Да и бета ты меня достал, нахуй. Скоро ГП начну тебе лечить. Вот поэтому в бисе БДК идет шлем, нахуй. Насколько я знаю, либо ноги, не точно не помню. Кто не спылит? Единственный из пистов, который дрочит на баф, нахуй. Там меньше меткости, чем у шлема, насколько я знаю. Ребята, вы в курсе про заражение хилы? Хватит говорить не по теме. Хилы, заражение максимально быстро похилим, иначе, блядь, полайпайте. Это я помню. А, да, я не это знаю, больно. Ты этот Тёма посмотришь или нет за хп рейда, но если они не будут справляться, придется гимны по очереди отдавать на заражение. Ну посмотрим. Да справятся они, ёбаный урод, два эрдруна, нахуй эршам, блядь, хули. Мы квест не делали, соответственно, должно все справиться. 3 секунды, готовимся. С болезни уходим к трусам, если что. Джурадо. Обратно. Расколы. Не слакай. Я себя пытался отличить от меня от болезни. Диспелить ничего не надо. Все нормально. Вас диспеля, главное отбегайте. Пинч Войт. Расколы. А на боссе эта лапка есть? Нет, что-то я не вижу. Какая лапка на боссе? Волшебный ого. Есть, есть. Назрук. Обратно. Обратно, обратно. Два процента. Лимон, себя не забудь, дисплей тут. Отлично, вторая фаза.
на край зашли. Забирай оперативник. Он на мне, он что-то дрочит. Он стоит. Когда он появляется, он стоит 3 секунды. Сферы. Сферы, царь обезьян. Дайте гимн на перехват. 3 шп, давайте. Мурбетер на хп. Сферы 3 шп играют. Серпесту, по-моему, залей. Там тебя летел. Дал. Перед духом никто не идет. Не забываем. Переходка, сферы слили, быстро. Я ж говорю, блядь. Никто не идет, нет, агро. Блядь, идут. Агро дух. Что погибли? Агро духа. Блядь! Сказал же агро. Прохил рейда. По валькам играем. Мульти на хп. Прохилили Ванзая, блядь. Вы что, издеваетесь или что? Осквернение 5 секунд. Джурада, Бейриш, шерсти ступа. Хожу налево. Блять! Разворачивай за босса. А что вы в лужах, друид, стоите? Падайте. Не падаем. Падайте. Там они не затащим уже. Легли. Блять, в чем проблема? Так. Для тех, кто не знает, я объясню, блядь. Всегда, нахуй, запомните. Восквернение, нахуй, выносите, блядь. Когда я вам говорю, за 5 секунд, блядь. Или к порталу, или к трону, блядь. Никогда не выносите его, нахуй, перед валькириями. Чё за хуйня, вы, блядь, первый раз здесь или чё? Вообще на лече первый раз? Проблема в этом не должно, блядь. На пиздец, довели, все красиво сделали, блядь. Нахуй. Алиса. Лимон, не забирай духа с Алисы. Алиса, набирай агрой лпшками на духе. Веди его к лечу. Лучше лимон забери леча, когда это самое, на центр идете. Духа ставите с лечом в одну точку. Агро с БДК не сорвут. С лимона сорвут. Ты забываешь про духа. Теряешь агро на нем, лимон забирает, срывает духа, мастер. Поэтому тащи духа до конца, потом забирай леча. Не будет такого, перед мордой духа нельзя бежать. Давайте оперативник, пробафлись, чек на готовность. Ребята, еще, пожалуйста, если вы видите, что валькирия над лужей, не надо ее убивать там, потому что человек упадет и заспамит эту лужу. Мублив, в черной луже не стой. Да я не стоял в ней. Я видел. Это она росла. Я рядом с ней. Я видел, как она росла. Ну, может, Джурада стоял. Так, ладно. Давайте, сосредоточились. Давайте, блядь, мы уже здесь нахуй сидим. Весь слишком дохуя времени. Бафнулись, заводи. Принимайте, я заведу. Готовность принимаем. Да, нажимаем. Анкил тут. И один, минус один ПР, блядь. Алиса. Алиса. Все, все готово, заводи. Встаем в крест. Просто 12 минут внимательно поиграть. Все, вот все, что от вас требуется. Ты что пишешь? Скажи ему в Дискорд. Я стесняюсь. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Че стесняться? Быструю, чем ты заслуживаешь, за то, что замучил и погубил десятки. Не знаю. Я сказал это для всех, повторился. Хожу налево. Но должен понять. Мне вот не понравилось, что ты включил неистовство на Лане. Мы вайпнулись, по-моему, после этого, да? Нет, этот как его, неистовство у него включилось после этого, он забыл вырубить. Он в этом трае разлил лужи на пути хода валькир. Ну вот он как бы надо... Зачем так, что он так не делал?
Он же сейчас разовет так же, сделает охуенно. Я повторил, куда выносить. Расскажи. Больше ГП получит. Следующего трая ГП. С этого трая. Жрада. Нет, блядь. Сука. Пока не бою чешки, либо зова, никакого нахуй армса. Так пошли два. Завтра днем можно сходить, за. Топнули лишний флот. Так дэмэдж. Дикость. Переходная фаза. Агро-агро, угу. Чё по Герегу не делал? Чё, я лича забираю? Да. Дух Алисы идёт. Потом Алиса сюда заберёт лича вообще. Переходка. Сфера, сфера, сфера. Сфера быстро. Угу, отлично. Шредер аккуратней. На центр выставим. Отлично. Двух одолели. Рахил за это заражение. Играем по валькириям. Полетели. Осквернение будет. Из-под валика отошли. Осквернение 5 секунд. Осквернение. Угу, на драгму. Вышли, 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 оперативней. Вот это я чуть-чуть сразу прям в лужу. Да, спину. Так, сейчас вали будет. Осквернение 4 секунды, 3. Рейнджу набрали быстрее. На мне, отошли от меня. Валик фулл ДД висит. Фулл ДД в валькирии. Геру дали, да, отлично, красавчик. Лича держи на край. Сначала будет лужа, потом вальки. На краю лича, в центре лужи не лейте. 5 секунд. Отошли. Рейнджу набрали между друг другом. Осквернение на шорте ступе, отошли от него. Возвращаемся в центр.
Мурбеттер на хп. Захил быстрее заражение. Валькирия. За спину босса, быстрее. Повалим, играем. Ромб, шаман. Мульти на хп. Осквернение. Осквернение, 3 секунды. Сбежали, сцена. Рэнджу. На интерфейс, на русском. Отошли от русского. Угу, красавчик. За спину. Мальки. Готовимся, сейчас валькирии берут. Разбегаемся. Разбежались. 2 секунды осквернения. Бегу вам. На мне, отошли. Все, валик бейте. Валик быстрее. Повалим, играем. Шарписту позахил. Лимон, винар забери. Положили. Лимон, забери. Лимон забирай. Мумблив, поднимаю винар. КД 20 секунд. Танчи, лимона захил. Все хилы хилят лимона. Он поднял. Царь гиб на хп. А, вижу. И винар прохилили. И пробафали винар быстро. Осквернение 5 секунд, отбежали. Отбежали, осквернение 5 секунд. Рэнджу набрали. На кнозу руки. Все, последний вам навали. Бегом. Вальки хватает, сразу идите на сторону. В сторону валик. В сторону двух валик ведем. По боссу. Валик разбиваем. Валик, сука, весь рейд быстрый. Осквернение 4 секунды. Вышли из-под валик. И переводим лича. 3%. На левинар. Отошли. Води. Лича переводим, РДД милики подходим, переводим. Быстрее, 2% за хил. Все, третья фаза. 1%. Есть. Подбегаем в этот, в край, бег быстрее. Быстрее на край. Перпиступом ману, неверслипом ману. Дайте гим, я тотем. Я лазанул, блядь. Два гим. По духу тихо. Играем. За шарами сейчас. Шарпиступ на хп. Быстро на хп, выровняли отхил. ШП, все 3 ШП по сферам. Сука, быстро захилили рейд. Вы что, сука, блядь? ШП, да 3 я упал по сферам. Там, может. Давай хильте нахуй. С метками не стоит рейдина. Сферы отошел со сферы. Со сферы по возможности выходим с рейда. 2 духа всего лишь, ДПС хватит. Ну, бля, перед духом не стой. Да я понял. Пизда нахуй. Хильте втроем. 2 визга. Мульти на ману. Нету, давал уже. А ладно. Хильте так. Сферы ебашим. Кони, блядь, все проебали. Старайтесь, везите нахуй. Духи, сферы быстрее, отлично. На краю ждешь лича. Человека в комнату забирают, в 10 скажут, что делать. Так дымыч опрокил. Мульти похлопай. 3 ШП в тучках хлопаем. Побежали. И медвей в баб. Я похлопал еще в баб, да. И винар спиной. Зеленый бабл путей. Рэнджу набрали, осквернение 5 секунд. Отошли от босса нахуй. Вот, осквернение на Вандая. За спину. Быстро за спину. Ловите, хлопайте тут. Духи, побежали. Рэнджи держимся, осквернение 5 секунд. На тайной маге. Отошли от тайной мага, бегом. За спину. К лечу сбегаемся, череп. От духи смотри, чтобы на тебя не летели. Шажатва будет. Захил.
Пизда, Алиса, ты одна танка. Захил одного танка. Захил мага быстро. Дикость захилили. Быстро захилили. Дикость, сбей каст. Значит, ребята, побежали. Ровно за спиной лича стойте. На Алису будут лететь духи. Алиса, что поможет? Я скажу налево, отошли. Быстро все за лича спрятали. У кого есть бабл, хлопайте. У меня бабла нету. Весь рейд остальной. Сбежали. Шевой хлоп. Стопнули флут лишний, блять. Хожу налево, у тебя есть бабл, хлопай. Лиса, почему он стоял лицом к нахуй к рейду? Шал ты красавчик. ШП не спасло. Еще будут духи хлопаем, ем. Осквернение, вышли все лишние. После духов. Побежали. Ренджей держим. Между другом. На анкиле. За спину босса, бегом. Разворачивай. Капли полить. Кто может это? У кого тучка есть? Глыба спасет. Нет. Да. Все, стоим здесь доливать. Бросил. Прохил. Прошли по прохил. Но он, я вообще без вас. Ранение, ребята. Разбежали. Выбежали сразу. Выбежали. На царь обезьян. Отошли оттуда. Бьем лича. Все просто убивают. Там же дети. Алиса, фул прожимки. Все там 1% бей. 1%. Очень плохо. Ну, не так чтобы уж сильно, бля. Очень не плохо. Не боб, а диван. По хилам очень плохо. Так, начисли по полтиннику обоим друидам нахуй. Полтинник, да полтинник многовато, бля. По полтиннику это мало. Так вообще да? По 200 нахуй, надо бы охуярить. С моим количеством ГП полтинник вообще ни о чем. А, по 50, бля, я думал бы по 500. Нет. А хули это 50? Полтинник и пятихатка, это разные слова. Пятихатку, блядь, ебал бы. Я на чистую сейчас играю. Да уж, мастер совсем плохо. Да, щелан нормально. Так, 7 начисляют 400. О, 4000. За квеста, за время. По 600 дополнительно. Ты 4 накинул? Что, 600 еще да. Накинешь сейчас? Нет, 4 я накинул уже. За бычку 3400. А что, здесь лича добивать не надо, что ли, нихуя есть? Да. Нет. Глора. Димитриус. Просто понимаешь? Осколок упал? Сейчас посмотрю. Ролить или не ролить? Ролить или не ролить, блядь? Думаю, не роль. А зачем? Конечно, роль, ты что, рофлишь? Что, не делай этого, не вздумай. Не слушай их, нахуй, это дебилы какие-то, блядь. Да, конечно, воятель хав. Если я заролю, мне придется свать сокеты на меткость, но это ладно. А если я не заролю, то меня будут обсирать другие БДК, так что я буду ролить. Убийство лича 25 торми, что дает, какое, куда можно проходить потом? СЛК 25 гер, если у тебя убит зеломан. Так, тебе пятый отдавать токен? То есть, чтобы в гера попасть, надо обязательно убить норму всем или только РЛ? Всем. И всем закрыть за. Нихуя себе. В любом случае, у меня есть штаны на 85 меткости, вот, так что все заебись.
Ты мне уступай, и все нормально. В смысле, кнуть в рук, а не этот, не лимон? Потому что все нажали офф-спек, блядь. У лимона есть. Я мейн нажала? Я ведь мейн нажала, да? Да. Я ведь ролила? Мать, у Лиса 67% пиорна. Вы что, ебанулись? О, уже 22. Зато выше трактантов. Зачем? Тёма, ты здесь? Да. Чё там за...